послушайте этого пупсика, презирающего мужчин. А потом я отвечу. Как это? Как это? Я же ей сразу сказал, что мне этот ребенок не нужен, даже чтобы она аборт сделала. Я ей сразу сказал, что вот мне эта ответственность не нужна. Так почему я теперь должен платить алименты? Дорогие молодые люди, как только вы вступаете в половой контакт с женщиной, вы автоматически берете на себя ответственность за то, что от этого соития появляются дети. Представляете, так бывает. Презервативы не дают 100% гарантии о том, что не будет беременности. Когда ты спишь с женщиной, ты не даешь разрешения на зачатие детей, а ты даешь разрешение исключительно на половой акт. Прикинь, об этом, вернее всего, даже никто не задумывался. А если эта аферистка хочет бесплатное ЭКО и без твоего согласия решила родить, это чистой воды мошенничество, абьюз и насилие по отношению к мужчине и будущему ребенку, так как он будет инструментом шантажа и вымогательства не по своей воле, а вследствие сговора госмашины и этой аферистки. А если она взяла тебя на брюхо, вот тут и должен работать закон про юридический аборт. Так как они принимают решение сейчас рожать или не рожать с какого-то перепугу единолично. Пусть тогда и ответственность сами несут за свою рожалку и 100 раз будут думать, как правильно предохраняться. Ha ha ha!